забываем ее на дачу. Это закрепить гейпарик и идти на танцы. А потом у нее мейн другой. Мы хотим там попробовать смачить это тоже поглубже, может начнем оттуда идти. Пойдем. Он должен быть красивый, это же мы, это же когда рекламу снимаешь, ты красиво показываешь. Ну, это реклама артиста, я должен красиво быть, а не на фоне рыбы. Давай лучше снимем такое, что прикольнее. Потому что для клипа, я считаю, там уже более чем достаточно. Нам надо просто еще красивый синхрон записать. Может, не один, а несколько, но именно таких, которые... За которыми мы сюда приехали, скажем. Да, давай мы сейчас снимем и обсудим. This is really a rapper. Good. Okay. Enjoy. Yes, the badge. Встал. Вот реально еще один такой шот сделать. Какой шот? Вот такой, ты типа держишь. Давайте, пожалуйста. Ну, держишь перспективу. Ну, да. Общий. Там и 4. И потом такой оп, и вот типа чуть-чуть на те двери. Давай, а в этих дверях? Ну, одного тебе. На черную. Окей. Я думаю, можно реально сходить на эту улицу. Чтобы не гадать. Там, ну, там вообще пусто. Так, давайте без карты. Нам реально нужно ускоряться, причем вот так, очень сильно. Да, да, именно так. Да. Артик очень недоволен тем, что... Ну, и я тоже недоволен тем, что у нас одно направление пока что. You told me that you heard about Carmonia, this song, yeah? Yeah, and Spotify, right? Yes, yes. World song. Моя звездочка. Так, на точке. Все стою. Камера. Музыка. Скучаю без ума.
чувствуют боли и говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам кукла плачет, отчего это грустно? Все знают, как для нее лучше, нет, выбирать кукла не вправе. Кукла должна быть послушной, красивой и идеальной. Кукла не делает как нужно, выкинуть кукла плохая. Просто вы так и не поняли, что ты не кукла, ты не кукла. Здесь, а там оп, его и целую полторы. А блин, да флаг. Стоп!